так, как у нас было на в том здании. Просто нужно распределиться. Одна точка называется конференц-холл 1, другая называется ТП-лин, ДФ-2Ф, ну там цифры будут какие-то. И если у вас не работает интернет или нестабильно работает, вы просто подключитесь к другой точке, используя тот же самый пароль. Тот же самый пароль, холл и нет. Ну что-то похоже. Похоже на биржевые торги, правда? Но это не то. Это совсем не то, о чем вы думаете. Вы даже не представляете, как работает этот бизнес, которым я постоянно напоминаю вам и говорил в самый первый момент нашего общения. И настоятельно рекомендовал вам попасть на тест-драйв, чтобы разобраться, что же это такое. Просто не представляете, что тут происходит. Кто хотел бы поменять свое место на работе, может быть, даже нелюбимое, на вот такой вот, ну, можно сказать, домашний офис, состоящий из компьютера, рабочего стола и интернета. Иногда этот офис перемещается в такие здания, где люди собираются вместе и работают. Это имеет какой-то смысл? Я не буду говорить, сколько они зарабатывают, но скажу вам честно, что это цифра четырехзначная минимум в месяц, долларов США. Если вы хотите в этом разобраться, то вам нужно просто обязательно дойти все-таки до тест-драйва и подумать еще раз над своим решением. Увидимся. Увидимся на тест-драйве.